мои дорогие друзья, я расскажу вам истории, которые вспомнил, когда торопился к вам на елку. В новогодний праздник непременно что-нибудь приключается. Посмотрите сами, что приключилось с Люси и Ваней в фильме «Когда зажигаются елки». Ребятишки ждут. Сейчас соберу остальные игрушки и в путь дорогу. Ha ha ha.
Васенька, оставайся, дом стереги. Вечером ужин праздничный для зверей и птиц лесных устроишь, как всегда. Только смотри, волка не пускай, он негодный. Поехали. Едем в гости к детям и везем подарков вот, потому что очень к детям этим расположен Дед Мороз. Едем полным ходом, берегись, лесной народ, чтоб детей поздравить с Новым годом, потому что Новый год. Говорю, приехали. Пойдем, брат, домой дорогу искать. Мишка, я не могу. Чего не можешь? Ходить не могу. Ведь я же подарок. Смотри, у меня к ногам какая шоколадка привязана. Действительно. Знаешь что? Давай я тебя подталкивать буду, а ты как на санках. Не выйдет, как на санках. Если б ванильный был, а то ведь с орехами, шершавый. Действительно, ореховый. От ореховой вкуснее. Кто вкуснее, а? Вы кто? Волк? Конечно, я волк. Настоящий? Не игрушечный волк? Чудак, конечно, настоящий. Сейчас выйдет. Минуточку. Видите ли, я зайчик не настоящий, я игрушечный. Я, например, из ваты, а он из опилок. Мы несъедобные. То есть как это? Несъедобные. Вот попробуйте, пожуйте мое ухо. Оно матерчатое, я весь такой. Ау! Фу, странно. В первый раз мне попался такой невкусный заяц. Вы, наверное, сладкое любите. Вот скушайте это. Может быть, вам это понравится. Ау! Выше что? С орехами. Кого из лесу привела. Заблудились малыши. Бедняжки, да вас узнать нельзя, на кого стали похожи. Видите ли, раньше я на зайчика был очень похож, а теперь я сам не знаю, кто я. А он был плюшевый мишка. Действительно, был плюшевый. Ничего, мы вас сейчас в порядок приведем, красивее, чем в магазине будет. Thank you.
не маленький. Действительно, щекотно. Смотрите, чтобы мыло в глаза не попало. Ничего, у нас пуговицы. Постой, что это? Люси на память от Деда Мороза. Ой, видите ли, подарки. Я, например, предназначен этой девочке, а он... Я тоже подарок. Вот, смотрите. Ване от Деда Мороза. Нас потеряли. Подумать только, потеряли. Ай-яй-яй, выходит, что Люся и Ваня без подарков останутся. Не останутся. А выступать, наверное, не буду. Не будешь? А кто слово дал? Я стесняюсь, я, понимаешь, боюсь. Я домой хочу. Я за тебя Деду Морозу обещала, он все записал. Какие трусы эти мальчишки! Ну, здравствуйте! Как тебя зовут? Здравствуйте, Дедушка Мороз! Это мы, Люся и Ваня Ивановы! Мы номер приготовили для елки, Ваня слово дал, а теперь выступать не хочет, боится. Раз слово дал, держи. Ну, жду вашего номера. Знаешь, ноги у меня уже сухие, а голова еще немного сыровата. Я думаю, там ваты многовато. Действительно, многовато ваты. Скорей, скорей, торопиться надо, опоздать можно. Бурый, запрягай санки, скорее, милый, скорее! Знаешь, мне даже новую шоколадку привязали, золотой ярлык. Я думаю, это не хуже. Действительно, даже лучше. Мишку, а куда запропали, ума не приложу.
слово дал. Держи. Со мной. Не бойтесь, все кончилось хорошо в фильме «Дед Мороз и Серый Волк». Прямо, 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 налево, прямо. Ура! Стой! Ура! Прямо. Закоченел. Шутка ли через весь лес под снегом на пузе прополз? Так ведь тебе зато никто не видал, а увидали бы закричали. Волк, волк! И все наше дело бы лопнуло. Далеко еще. А вон и где. Алло, Снегурочка. Здравствуй. Значит, елку снеговик привез. Украшение тоже. Хорошо. Снеговика с машиной не задерживай. У меня времени в обрез. Мне еще к лесным зверятам съездить надо. Что? Уже поехал? Ну, добро. Кто там? Да что случилось? Воробушек себе ножку сломал, крылышко помял. Лежит, замерзай. Ах, горе какое. Ах, бедняжка. Дорогу покажешь? А как же, тут недалече. Снегом занесло, не то давно улетел он.
Не то и не было его совсем. Может быть, и не было. Может быть, и я ошиблась. А может быть, просто пошутила. Ах ты негодная! Алло, шеф! Сейчас выхожу! Ты? Ничего не пойму. Почему уехал снеговик? Быстрей! Что-то голос у вас какой-то не такой. Не знаю. Простудился, наверное. Бронхит. Снегурочка велела вам торопиться. Велела ехать прямо на елку. Чего ты все велела, велела? А я тебе велю прямо к зайцам ехать. Зачем к зайцам? Ведь Снегурочка велела... К зайцам, Илья! Хорошо, шеф, к зайцам, так к зайцам. Отсюда, негодный. Скажите, шеф, а почему у вас такие большие зубки? Крути баранку да помалкивай. Вылезай! В чем дело? Что за безобразие? Узнал я тебя, серый разбойник. Убирайся отсюда! Без меня не уедешь! Ты меня к зайцам отвезешь! Ах так! А ну, подходи! Ну-ка! Отдай мой носик! Привет! С Новым годом! Кто куды, а мы к зайцам! У меня 4 сыночка и лапочка-дочка. Сейчас принесем елочку, украсим ее, а потом Новый год! Дверь никому не открывайте, а то придет серый волк и унесет вас. Ура! Скоро Новый год! Ура! Кто там? Это я, Дедушка Мороз. Ура! А мама сказала никому не открывать. Ты как же Дедушка Мороз? Как мы тебя любим. Ах, какая красивая шапочка. Посмотрите, у деда.
Дедушки Мороза такие же ушки, как у нас. Ура! Ура! Дедушка Мороз, Дедушка Мороз, а подарки? Ах, подарки. Сейчас, сейчас. Полезайте в мешок, там будут для вас всякие подарки. Что-то я расчувствовался. Дедушка Волк! Дедушка Волк, отдайте зайчат папе и маме. Не могу, они мне самому нужны. Верните зайчат. Отпусти меня. Отпусти ребенка. Чего, чего? Ничего не пойму, чего ты говоришь. Я тебе говорю, что не отпущу. Зайчата. Волк унес зайчат. Что случилось, заяц? Да что вы все плачете? Волк унес наших зайчат. Тревога! По всему большому лесу тревога! Волк унес зайчат. Тревога, тревога! Тревога, тревога, волк унёс зайчат. Тревога, тревога, волк унёс зайчат. Не забыл нашего уговора? Одного зайчишку мне. Теперь еще раз никому не найти. Никаких не видно. Смотрите, смотрите. Да это наша машина. Но где же снеговик? Я тут, шеф. Волк, верни зайчат! Волк, верни зайчат! Туго нам сейчас придется. Самое главное вовремя смыться. Позвольте, а где же мой нос? Где моя морковка? Она съела нос снеговика. Ну чего с ребенка взять? Вот тебе новый нос. Все в машину. А где дочка Лапочка? Ну что за непоседа ребенок? Успокойся. Она, наверное, уснула в машине. А куда ехать? Где волка искать? Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Смотрите, что я нашла! Вон там! Я хитрый старый волк! Всех перехитрил!
Сюда, сюда! Волк побежал вон туда! Я вижу волка! Виноват. Вот шуба, вот валеночки. Зайчат верни, волк. Конечно, конечно. Вот, в целости и сохранности. А я виноват. Виноват! Папочка, мама! Мои дорогие сыночки, мои зайчата. Веселого праздника вам, друзья! А нам предстоит отправиться вместе с мальчиком Колей в новогоднее путешествие. Дорогому Коле от папы поселок Мирный, Антарктида. Мама, а у папы сегодня будет елка? Нет, сынок, в Антарктиде елки не растут. Нет, у папы должна быть елка. Садитесь. Куда прикажете? В Антарктиду. Куда? В Антарктиду. Южный полюс, там мой папа. Папа, вот ведь беда какая. Бензина у меня не хватит. Как же помочь-то тебе, а? Смотри, это Дед Мороз. Вот кто тебе поможет. Какой ты хочешь получить от меня подарок? Я дедушка... Знаю. Ну ладно, помогу. Запомни, Коля, пока часы будут бить 12 раз, ты должен успеть долететь к папе в Антарктиду. С первым ударом часов ты полетишь, но торопись. Последним ударом новогоднее волшебство исчезнет. Понял? Понял. Ой, уже первый удар. Смотри, торопись. Дедушка, а вы как же? О, я теперь и на такси всюду поспею. Молдавия. Грия. Второй удар.
Италия. Средиземное море. Жарко. Наверное, Африка близко. Саму! Я погиб! Говорят. Не ешьте меня, пожалуйста, дяденька Лев. Глупый мальчик, да разве я трогаю маленьких? У самого детишки. Я только хотел узнать, где ты елочку достал. На Арбате, в Москве. А я, понимаешь, понапрасно по Африке бегаю. Я дал бы вам свою елочку, но я везу ее папе в Антарктиду. Ой, пятый удар. Скажите, пожалуйста, где Южный полюс? Прямо и направо. Спасибо, дорогой Лев. Я очень прошу вас, помогите мне добраться к папе. Садись. Держись крепче. Эй, ребята! Ну помогите, Коль, флот построить! Седьмой! Чем ты приплыл сюда, маленький и слабый человек? Я везу папе в Антарктиду елку. Дорогой кит, помогите мне скорее добраться до Антарктиды. Восьмой. Ну, если там твой папа, я отвезу тебя. Антарктида! Спасибо, Кит! Папа не боится вьюги, и я не боюсь! Девятый! Ты кто? Пингвин? Сам ты пингвин, я человек, Коля. Десятый. Ага, человек. Постой, постой. А не Иван ли ты Семеновича сын? Да. Ну до чего похож? А что ты здесь делаешь? Вот, вез папе елку и... Не плачь, мы тебе поможем. Одиннадцатый, все пропало! Скорее! Эх, не успею! Папа! Эх, все пропало, не успею! Ну, малыш, получай телеграмму из Антарктиды. Спасибо. Вот спасибо. Мама,
читать. Поздравляю с Новым годом. Нам из Москвы на самолете привезли большую елку. Целую, папа. Я же говорил, что у папы будет елка. Объявить новую сказку Дед Мороз поручил мне. Не хочу хвастаться, но следующий фильм про меня. Но и в историю я там попал под названием «Снеговик-почтовик». Ёлку нам подарит Дед Мороз! А как он знает, что нам нужна ёлка? Мы пошлём ему письмо. А кто отнесёт письмо? Письмо отнесёт Снеговик. Снеговик? А где он? Очень просто. Мы его вылепим. Молчишь, глаз.
Давайте я отнесу. Нет, мне это дороже всего. За это он мне вот какую даст. Что? Курочку? Нет, получше. Уточку? И что ты, попушистее? Вот. Неужто гуся? Выходит, за это письмо Дед Мороз что хочешь отдаст. А что, если мы письмо? И у Деда Мороза за это письмо для себя все получим. Не хочешь делиться? Тогда все отниму. Собаки. Никак облава. А вот кто посмел разбудить меня. Да мы будить не хотели. Мы этого ищем. Ну как его? А зачем он вам? А меня эти вылепили и велели этому это и передать. Письмо? Да-да, и это самое. А куда, как идти и не знаем. Да, видать, дело важное. Ну ладно, пойдем, провожу. Thank you.
Спасибо. Спасли вы меня. Ой, а где это? Это, ну как его? Морозу. О, от ребят. А, так, хорошо. Ну, посмотрим. Милый Дедушка Мороз, пришли нам, пожалуйста... Курочку, уточку. Зайчатинки. Тише. Ягненочка. Тише, говорю. Пришли нам, пожалуйста, елку. Елку? Пришли нам, пожалуйста, елку. Нам она очень нужна. Письмо тебе передаст Снеговик. Ха-ха-ха-ха-ха. А кто же из вас Снеговик, а? Меня, значит, вылепили и сказали, чтобы я к вам это отнес. Как его? Письмо! А эти вот письмо. Утащили! Так вот оно что, ох, негодные! Ладно будет, так-то вот. Ну, а тебе, Снеговик, храбрый детский почтовик, дам я елку красавицу и мешок с гостинцами. Отвезешь ребятам и скажешь: поздравляет всех Дед Мороз с Новым годом! Лучше! Зеленый с иголочкой! Зеленый с иголочкой!
Новым годом, дорогие друзья!